Всем привет, дорогие друзья! Еду в Кишиневе. Легкий обзор города. Еду в клуб. Сегодня воскресенье. Опаздываю, как обычно. Уже почти 10 часов, а я только еду. Хотя встал в районе 7 утра. Пока туда-сюда собрался. Вот, сегодня первый день снега здесь. Дороги, смотрю, не чистят, но чуть-чуть посыпали центральную полосу. Короче, дороги здесь очень отдельная тема. Я как-нибудь, может, сниму обзорчик. Если вам интересно, напишите в комментариях. Ну, так, чисто по городу покататься, показать вам Кишинев. Значит, знаки везде 50. Ну, вернее, знаков этих нету, но типа ехать надо везде 50. Но, ну, типа, плюс там 15 километров. Местами можно, наверное, разгоняться. Значит, что я с собой взял? У меня идет сегодня разведка боем, так сказать. Я хочу проверить, что там продают, почем плюс-минус. И что я взял с собой? Я взял с собой юбилейку Украины. У меня есть остатки из первого моего приезда. Когда я приезжал, я что-то там привез. Значит, какие-то инвестиционные монетки, банкноты Украины и не только. Потом почтовые марки, конверты. Вот это я зацепил. И посмотрим, что из этого будет интересно, что-то ли продастся или нет. Думаю, надеюсь, что что-то продам, потому что денежки надо. Здесь как бы все дорого. Здесь реально все дороже, чем в Украине. Если вам интересно, могу сделать обзор по магазинам, по ценам. Ну, типа, что почем там, условно. Яйца почем, сигареты почем, кофе, чай. А, кстати, чай дешевле, вот, допустим. Здесь чай дешевле, чем в Одессе, в Украине, да. Почему, не знаю. Может быть, связано с тем, что чай же весь из Индии везут, цейлонский. И, наверное, маршрут дальше стал. Короче, непонятно почему, но здесь Липтон стоит, ну, не в два, но достаточно намного дешевле. А вот шампуни всякие, такое, ну, такое дорогое. Вот, короче, сейчас пока спускаюсь непрерывно. Клуб покажу вам. Ну, там сейчас прервусь. И покажу, где сам клуб, уже подъезжаю к нему. Зацените, дом покрасили в цвета Украины. Какая-то церковь справа. Ой, ямки, ямки, ямки. Вот, короче, где-то тут уже подъезжаю к клубу. Сейчас покажу вам сам клуб. Вот клуб получается справа. Вот это все здание справа. Сейчас вот я заверну. Буду искать парковку. Хотя можно и прямо стать. А вот тут прямо я и стану, как в прошлый раз. Вот здесь. Короче, здание справа, это и есть весь клуб. Вот тут вот я паркуюсь. Ну что, клуб закончен. Вот эти все столы. Вот, все столы, все было заставлено монетками, банкнотками. А, в принципе, частично в кэшик вышел. Позже расскажу итоги. Курс валют на сегодняшний день в Кишиневе, на всякий случай, может, вам будет интересно. В общем, я уже дома. Клуб меня порадовал. Молдаване, вам огромное спасибо. Кто меня смотрит, привет огромный передаю. Это очень приятный был клуб. Народу было много, даже неожиданно. Такая атмосфера, я, в общем, на столе только разложился, я только успевал отвечать цены, потому что, как говорится, новая кровь. У меня было, ну,
такой ассортимент с собой не маленький, еще с того первого раза. Значит, что выхватывали, конечно же, вам интересно. Значит, набрали банкнот там таких дешевых, недорогих, там Корея, получается, ну, какие-то вот там рингиты Малайзии, даже российские 50-100 рублей. Удивительно, у меня было еще давно и прессовые когда-то. Ну, так, альбом такой у меня для продажи. Может, вы уже видели его не раз, наверное. Там у меня лежали и рубли. Вот. Потом Украина. Много банкнот. Ну, у меня, правда, много с собой не было. И достаточно много хотели взять, которых у меня не было. Я почему-то не ожидал, что Украина действительно по банкнотам может понадобиться. Клясер ушел очень хорошо. Кулиш ушла банкнота. Значит, банкнота кулиша 2000 гривен, дорогие друзья. Сейчас на сайте можно еще найти за 1500 этот кулиш. Тираж 2000 штук. Я повторяю, кулиш — это космос. Потом, что еще такого из интересного, там банкноты Афгани, украинские монеты, значит, 2 гривны поддубные, Крым 5 гривен, Севастополь 5 гривен, это из области Украины, потом, еще забыл, там какие-то новые, просили очень сильно год кролика, но у меня на таможне это все лежит, очень много людей, кто, ну как, не очень много, там пару человек, кто меня узнал, типа подходили, говорили, это же у вас изъяли кучу монет. Я говорю, да, да, ну не переживайте, типа вернут, потому что это современно, это странная история, но там не к чему прицепиться. Уже было такое у кого-то, тоже говорит, вернули без проблем, ну посмотрим, посмотрим. Значит, много монет Молдавии узнал интересных, это об этом я отдельно как-то видео буду снимать, расскажу. 23 декабря был, я так понял, предзаказ, и значит, в Молдавии тоже вот эта вот дрочня, как и у нас, коммерческие банки продают монеты. И там была одна монетка интересная, птичка такая красивая. Ну, это я вам покажу. Тираж 300 штук, серебро. Для Молдавии даже это очень мало. И говорят, ну, там я у коллекционера спросил, сколько она может стоить примерно на руках. Ну, сказал, где-то в районе $300 она будет стоить на руках, прикиньте. Потом годовые наборы ушли монет у меня, 2020 и 2021 год. Ну, я отдал по 500 гривен, так, недорого, но тоже почему нет. Мне 1000 гривен пригодится здесь, как говорится. Вот годовые наборы Великобритании стоят. Вот мой наборчик годовых наборов, это с 2018 по 2022, тоже человека заинтересовало. Вот слева вот это вот годовые наборы. Вот, тоже там человек очень сильно заинтересовался, хочет себе в коллекцию взять, говорит, такого я не ожидал увидеть, еще и в количестве сразу, типа в одном месте, то есть не надо искать там, вот, то есть вот, надеюсь, инвестиция сработает в эти годовые наборы, потому что в Украине, допустим, Британия, ну, сейчас из-за кризиса сложно продать, там все-таки каждый набор самый дешевый 75 фунтов в среднем стоит. Вот, есть некий, вот, допустим, последний набор, я сразу сказал, 120 фунтов, и мне пофигу, блин. Ну, 22-й год, типа, последний. Вот, мужик там думает, сказал, до следующей недели подумает, ну, может быть, заберут у меня кучку этих годовых наборов, это тоже будет офигенно приятная поддержка штанов, потому что тут работаешь нету, ничего нету. Какие-то новые правила сегодня узнал, придумали для машины. Короче, типа, с завтрашнего дня надо купить какую-то фигню, типа оплата, блин, вот в Молдавии вот реально в Кишиневе дорог нет вообще, они, ну, они галимые, блин. Они, короче, хотят теперь, чтобы все иностранцы, кто заезжает на территорию Молдавии, платили бабло за пользование дорогами Молдавии, представляете, такая у них фишка есть, типа там карточку покупаешь на определенное количество суток, вот, но там еще прикол. В этом законе типа прописали, что якобы автомобиль может находиться не больше 180 суток в году. И сейчас, там завтра, типа говорят, какой-то митинг будет, потому что много иностранцев, которые живут здесь, там сами молдаване имеют несколько гражданств и типа брали автомобили с тех стран и на основании гражданства ездили здесь. Ну, короче, какой-то кипиш начинается тут в Молдавии насчет автомобилей. Это
уже так узнал, так вам закинул такую информацию, может, так интересно обсудить такую тему. Значит, обиходку просили, очень много просило людей обиходку Украины, разные года. Это то, что я не взял, помните, я вам рассказывал, собирать наборы обиходных монет по годовке. Вот это я не взял, а это реально бы зашла тема, но не взял, ну, тупо, блин... Ну, неожиданно, ну, как, знаете, когда ты уезжаешь куда-то на какой-то, хотя бы, ну, чуть больше, чем на месяц, условно, то думаешь, более ценное что-то пытаться захватить. Так, из интересного, что меня удивило, инвестиционные монеты ни одной вообще не заинтересовало никого. Вот это мне странно, что молдаване не интересуются инвестиционными монетами. Хотя это же серебро, это крутая тема. Ну вот обиходка, банкноты, эта тема залетела, и юбилейка. А вот инвестиционные почему-то никак. Ну даже, ну так, смотрели, но как-то, знаете, без особой реакции. Монета Казахстана там одна крутили в руках, очень сильно много людей хотели себе взять, потому что понравилось, как она выглядит и так далее. Но такая недешевая, не взяли. Ну, вот такой примерный итог. Ты, в принципе, я доволен. Вышел в кэш на достаточно много долларов, сотен даже долларов, я бы вам сказал. Это очень приятно. Я даже в Москве в клубе так не выходил в кэш, как тут. Это порадовало. Ну, может быть, в связи с праздниками или что. Но я скажу так, что в Молдавии уровень жизни достаточно высокий. Они, правда, просят скидку, знаете, вот, допустим, типа, там банкнота какая-то, типа, давай... А, я говорю 70 лей. 70 лей это нашими примерно 140 гривен, то есть умножаем на 2, да. Ну и мужик говорит, давай за 50. А 50 лей это, вернее, это получается, значит, минус 20 лей. А минус 20 лей это сразу минус 40 гривен. Ну такая скидка существенная. Я говорю, не-не-не, с таким курсом, при такой скидке это очень много. Вот. То есть как бы для них 70 лей это не так уж и много, а вот для нас 140 гривен это уже кусается, понимаете, да, прикол? У них зарплата гораздо выше, значит, средняя зарплата, я узнавал, где-то в районе... Ой, дай бог память, короче, где-то в районе 13-14 тысяч гривен, вот так это примерно, то есть там 7 тысяч, 8 тысяч лей, а то и больше они получают, даже больше, по-моему, блин, я уже забыл, честно, у меня где-то видос есть, там можете отлистать вниз, когда я первый раз в Кишинев приехал, вот, там я рассказывал об уровне дохода, ну, в общем, вот такой движ, молдаванам огромное спасибо, реально молодцы. Много людей продавало, много людей покупало. То есть клуб достаточно оживленный. Надеюсь, так будет постоянно. Это реально будет интересно. Я ни хрена не успел ни купить, ничего не посмотреть. Я в конце, ну, меня так рвали там, что я не мог отойти от стола. Я уже думал, как бы, блин, какую-то тряпку надо взять, знаете, так на стол накинуть, так тряпкой накрыть все и пойти на перекур, потому что я начал нервничать, там все спрашивают, что это почем, а я, блин, теряюсь, там цены не все помню, не сильно подготовился, в интернете давай там искать цены, что-то там пытаться сформулировать мысль, было, конечно, сложно, но очень клево. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. В следующем видео расскажу по поводу моего звонка, который был на таможню с целью выяснить, ну что там, как там и когда. Я, конечно, сначала расслабился, а потом так напрягся, думаю, ну капец. Ну все, узнаете в следующем видео.